Алло. Алло. Und jetzt schnell herein. Меня зовут Элеонора Дюпуи. Мой отец был русским солдатом, а мать австрийка. Их история началась в 1945 году в городе Санкт-Пельтен в Нижней Австрии, в 60 километрах западнее Вены. Это было вскоре после окончания Второй мировой войны. Там моя мать, Штефани Нови, которой тогда было 36 лет, познакомилась с моим отцом, воинам Красной Армии. Их отношения продолжались недолго. Я родилась 20 апреля 1946 года. Скорее всего, мой отец так ничего и не узнал обо мне. Его имя я знаю только приблизительно. У меня, к сожалению, нет его фотографии. Упс! Вот водичка. Попейте, освежитесь. Давай. Ну, скажи, что вы делаете? Сломалась? Не бейте так высоко, это вам не футбольное поле. Да, но ты же сказала, что можно играть в футбол. Из Мексики. Теперь можно выбрасывать. Внуки? Вот такие они, внуки. Артур, поищи свою книжку с картинками, ту говорящую. Открой ее. Красный маг. Это все время повторяет Артур. Скажи еще раз. Красный маг. Вы тогда были еще маленькие. Красный маг. А это ты можешь повторить? Я хотела вас спросить. Что вы помните еще о последней поездке в Россию? Мне было 8, но не очень хорошо помню. Только немного. Что там было? Мы тогда ездили с Ольгой. Да, очень долго ехали к ней на дачу. Мы 5 часов ехали, да, на машине. Это было долго, но там было очень красиво. Еда была очень вкусная. И еще была баня. Да, и она была очень старая, помнишь? Практически избушка из досок и ржавый бойлер, или как это называется? И вода была немного ржавая. Там было еще отверстие в бойлере, и горячая вода просто вытекала наружу. А помню, еще надо было ходить за водой. Да, носить воду из источника. И еще мы были у одного друга, у которого были кошки. Да, котята вам очень понравились. И вы категорически не хотели уходить. Ты правда это еще помнишь? Ну, уже не очень хорошо. Утки. У меня осталось фото. Маленькие утята. Ты уже не помнишь? Нет. Ну, это не важно. Но в любом случае, хорошие воспоминания. Поедем еще в Россию? Да. Если Симон тоже поедет. Ага, если Симон поедет, ты тоже поедешь. Или если я уже не смогу летать, вы можете поехать одни, когда вырастете. Артур может быть переводчиком, он знает русский. Да. У него способности к языкам. А ты можешь выучить позже. Почему я раньше не искала отца? Я задаю себе этот вопрос снова и снова и не могу найти ответа. Поначалу заниматься поисками было немыслимо. Для нас, австрийцев, Советский Союз был условно окружен броней. За железным занавесом, начинающимся уже на границе с Венгрией, было жутко и опасно. Так мне тогда казалось. Но времена, в конце концов, переменились, и с началом перестройки моим самым горячим желанием стало узнать что-нибудь об отце. Так сложилось, что найти семью моего отца стало смыслом моей жизни. —
durfte ich auf jeden Fall noch einmal an. Ja. Oh la la. Уже опаздывает наш поезд 30 минут. Ужас, видите? Моя жизнь началась в Санкт-Пёльтене. Казалось, что это будет самая обычная жизнь. Но когда мне исполнилось 20, я захотела уехать из Санкт-Пёльтена. И поехала в Англию изучать английский, выучила английский язык. Потом поехала во Францию, выучила французский. Там я познакомилась с французом Иваном, который потом стал моим мужем. Затем я уехала в Австралию. Австралия – это был для меня уже большой мир. Иван поехал за мной, и мы там поженились. Потом 5 лет во Франции, потом снова переезд по работе мужа в Аргентину. Там я выучила испанский, 5 лет в Аргентине. Всегда почему-то 5 лет. Вернулась в Вену, я с сыном и 2 дочками, без мужа. Он ушел к своей секретарше. Это было примерно 25 лет назад. Но, по сути, эта история началась еще до возвращения. До возвращения я захотела найти своего отца. Тогда я уже начала учить русский. И тогда уже меня интересовал не мир вокруг, а Россия. Только Россия. Было счастливое детство. Другие дети, рожденные от солдат, освободивших Австрию, англичан, американцев, французов, русских, очень много страдали в детстве. Их оскорбляли, унижали. Нередко они чувствовали себя изгоями. А моя мама меня очень любила. Ее муж погиб в автокатастрофе сразу после рождения моей старшей сестры. Мама растила ее одна. А через 8 лет... В тяжелейших условиях она родила меня. В роддоме на нее не обращали внимания, потому что знали, отец ее ребенка русский. Она терпела боль и молилась. После войны все жили плохо, практически голодали. Многие матери говорили, мы должны идти работать, и отдавали детей бабушкам, либо приемным родителям. А моя мама, чтобы зарабатывать на жизнь, занималась бухгалтерией на дому. Она была все время с нами. Когда мне исполнилось 9 лет, она сказала, «Ты знаешь, твой отец был русским солдатом». «Интересно», — подумала я. Я задала ей всего пару вопросов и очень жалею об этом сегодня, потому что мы потом не очень много об этом говорили. Она сказала мне, что у него были темные волосы, темные глаза, и что он был хорошим человеком. Его звали Михаил. Очень жаль, что она не записала нигде его фамилию. Громан или Гроссман. Я это запомнила на слух. И поэтому в своих поисках я сегодня исхожу из того, что он Громан или Гроссман. Но, конечно, может быть, она неправильно расслышала фамилию, или я неправильно поняла. Но то, что он из Твери, он ей точно сказал, потому что она это отметила на своем атласе, где находится город Тверь. Там написано «Калинин», а в скобках она написала «Тверь». Она могла это знать только от моего отца. Значит, он должен быть как-то связан с Тверью. Это все, что я знаю. А потом она мне говорила время от времени, «Ты похожа на своего отца. Темные волосы, темные глаза». И это, собственно, все. Папа, я надеюсь, ты меня видишь, и что мы скоро встретимся. После программы «Жди меня» было много звонков,
но результата никакого. Если не считать того, что обо мне все узнали. Да, неожиданно я стала знаменитой. Это как внезапно стать принцессой. Все узнали, что у меня русский отец, которого я ищу уже долгие годы. 20 лет и даже больше. Я написала о своем поиске книгу, которую издали в Австрии и в России. Но я думаю, что я ошибалась. Может быть, дальше. Я забыла, где это. Тольбнейк. Это верно. Тольбнейк. Это был наш сад. Вот здесь был наш сад. Уже прошло, конечно, 70 лет. Сад тогда был совершенно другим. Фруктовые деревья, грядки с овощами. Совсем маленький деревянный домик позади и колодец. Как рассказывала мама, два солдата проходили мимо и увидели, что в саду кто-то есть. Колодец увидели и попросили воды. Она подошла к воротам сада и дала им воды. А может быть и фруктов, я точно не знаю. Они попили воды и ушли. На следующий день мой отец Михаил снова пришел и принес хлеба. Это было начало знакомства. Что потом произошло, я не знаю. Мама рассказывала только, что они встречались в саду. Там было большое вишневое дерево с желтой вишней. Много смородины и овощей, много всего, что тогда представляло большую ценность, потому что в 45-м году людям вообще нечего было есть. Да, что потом произошло, я не знаю, но я результат этого. Да. Когда мне было 8 лет, мама вынуждена была этот сад отдать. Наверное, он был у мамы в аренде. Этот дом построили уже другие хозяева. Не пахнет. И не скажу, что я сделал частью своей жизни помощь в поисках ее отца. Это стечение обстоятельств. Просто познакомились мы с ней совершенно случайно. Это было в 2003 году. На одной из конференций в Граце мне ее представили как женщину, ищущую своего отца. В то время я работал в Институте военной истории и имел кое-какие доступ к военным архивам. Элеонора тогда достаточно плохо говорила по-русски, очень сложно было с ней общаться. Я, честно говоря, пообещал, не в обиду будет сказано тому времени, не особо полагаясь на то, что я буду заниматься этой проблемой активно и серьезно. Ну, была встреча, был разговор, были обещания. Я подумал, я уехал и забыл. А не тут-то было. Надо отдать должное госпоже Дюпуи, которая проявила недюжинную настойчивость, активность в наших контактах. И я волей-неволей начал отвечать на ее письма, потому что это невежливо. В конце концов, и втянулся в этот процесс, который продолжается вот уже более 10 лет. К сожалению, процесс до сих пор не имеет результата, несмотря на все наши поиски, усилия. Крайне мала информативная база. Она не точно знает фамилию своего отца, не точно знает имя. Она практически не знает, откуда он родом. Она не знает, сколько ему лет. Самое главное, у нее нет фотографий. Она не знает, в каких он в частях служил. Она знает только, он был в Санкт-Пельтине сразу после войны, где-то июнь-июль, август 45-го года. Это историческая площадь, потому что здесь некоторое время жил композитор Шуберт. И жили мы с мамой.
Наш дом очень старый. Через 2 года ему будет 300 лет. Мой отец однажды сюда приходил, так говорит сестра, потому что она это запомнила. Мы жили на 2-м этаже. Квартиры на 1-м этаже были заселены русскими военными. Их окна выходили не на площадь, а на другую сторону. Прямо под нами жили 5 офицеров. Если их поселили отдельно, то это, скорее всего, были офицеры. А хозяйка квартиры, в которой они располагались, была одинокая пожилая женщина. Ее звали госпожа Франк. Ее все боялись, потому что это была очень строгая хозяйка. Но по отношению ко мне госпожа Франк была очень приветлива. Другие люди ее обходили стороной и не очень-то любили. Русские часто угощали меня шоколадками, дарили маленькие безделушки, баловали. Когда мне было 5 лет, я уже умела вышивать и вышила покрывало. И вот когда они уходили, все знали в октябре 55-го, что русские возвращаются обратно в Советский Союз, моя мама сказала, что я должна это маленькое, а вышитое мною, наверное, не очень хорошо, покрывало подарить русским. Кому-то одному я подарила, я уже не помню кому. Я никого из них толком не знала, хотя меня они привечали. Госпожа Франк говорила, они выглядывают в окно, когда вы поете. Мы с сестрой любили распевать песни. Это было прекрасное время, хорошие воспоминания. Однажды нашу школу пригласили на концерт Красной Армии. Выступал ансамбль песни и пляски. Санкт-Пёльтен тогда ничего подобного не видел. Я позже прочитала в одной газетной статье, что в Санкт-Пёльтене люди посмеивались. Что могут нам показать русские? А потом все были в восторге. Это потрясло горожан. Но, к сожалению, моего отца уже здесь не было, когда я родилась. Очень жаль. Очень. Das bisschen Regen, ich brauch keinen Schirm. Grüß dich, na, das ist so lieb. Через час будет солнце. Она точно должна выглянуть из-за туч. Да, я думаю, наверняка снова выйдет. Похолодало неплохо так. Да, это действительно хорошо, и для природы хорошо, что прошел дождь. У нас часто дожди этим летом. Да, у нас только сегодня, а вообще зной. Я четко помню, как советские войска вошли на территорию Австрии. Я старше Элеоноры на 5 лет, родился в 1941 году и очень осознанно встретил 45-й год, год окончания войны. Позднее уже изучал историю в университете, преподавал историю в гимназии, в том числе историю современности, и делал это с большой любовью. Это была часть моей жизни, и я считал это самым важным. А потом у меня возникла идея создать здесь, в Хохвалькерсдорфе, небольшой музей, потому что в 1945 году в этом доме располагалось Верховное командование, первое высшее командование советских войск на австрийской территории. Это было, конечно, совершенно секретно. Никто не знал, что оно находится здесь, в этом доме, в этой маленькой, хорошо замаскированной деревушке на горе. В этом же доме состоялись 2 очень важные переговоры. В начале апреля 1945 года, еще до начала боев за Вену, советский военачальник генерал-полковник Алексей Желтов был направлен сюда маршалом Советского Союза Федором Толбухиным для встречи с представителем австрийского движения сопротивления сержантом Фердинандом Кэзом для обсуждения плана по сдаче Вены советским войскам без боя. И здесь же через 2 недели состоялись переговоры Толбухина и будущего первого послевоенного президента Австрии, доктора Карла Реннера, по формированию временного правительства и воскрешению Австрийской республики. Так Хохвалькерсдорф стал местом рождения 2-й республики. У меня лично очень хорошие воспоминания о том времени. В средней школе я даже учил русский язык, но только 1 год. Выучил только несколько фраз. Я помню русских, они всегда играли в волейбол. Этот вид спорта мы в Австрии тогда не знали. Я помню также на ферме, где обедали русские солдаты, один часто брал меня на колени, гладил по голове и плакал. Я, очевидно, напоминал ему мальчика, который был в России. Это мои личные воспоминания.
Элеонора. Так. Александр Владимирович, заведующий лабораторией ДНК-диагностики, Центром молекулярной генетики. Значит, мы занимаемся вопросами установления отцовства, биологического родства. Я понимаю, что вас интересует такой вопрос. Значит, мне сейчас важно понять, какая предполагаемая степень родства между вами. Да? То есть, кем, по вашему мнению, вы друг другу можете приходиться? Племянник тети. Племянник и тетя. Да. Так, в принципе, такой анализ, насколько я понимаю, он возможен. Значит, для того, чтобы это сделать, от вас нужен биологический материал. То у этого анализа есть, к сожалению, не как в обычном отцовстве. Там все просто, там да-нет, когда мы отцовство определяем. Здесь не отцовство, здесь другая степень родства, более сложная. Здесь, возможно, ответы нет, да, и, возможно, ответ не знаем. Такой ответ, к сожалению, тоже возможен. То есть ответ вероятностный. Если больше 99%, мы говорим «да». Если меньше 1%, нет. И если ответ ложится посередине, мы говорим «не знаю». Когда мы поискали фамилию Гроссман, и ничего, конечно, не нашли, мы начали варьировать эту фамилию, потому что она нигде не была записана. Это мама на слух передала ей так фамилию, которую она якобы слышала от отца. Мало данных таких, фотографий нет. Вот это самое главное, потому что если бы была его фотография, можно было там размножить, разослать по частям, там кто-то, может быть, узнал бы фотографию. Он, так, может быть, фамилия другая, имя другое, но это он. Бывало так, что он назвался Михаилом, а может быть, он был не Михаил. Я сам, когда вот знакомился, будучи военным, с девушками, называл себя Костик. И Константин берет гитару и громким голосом поет. Вот так что тут вроде Михаил тоже не совсем Михаил. Вот этот вариант, последний, он получился не то что спонтанно, он всплыл из архивных документов. Я всегда имел отношение к серьезным исследованиям и всегда работал с архивами с военными. Вот этот вот товарищ, который сейчас, которого мы рассматриваем как возможного кандидата в отцы, он как раз всплыл из архивных документов, и это серьезно, потому что он был офицер, и были какие-то данные более точные по нему, но по нему не совпадала фактически ни фамилия, ни имя, ни место его службы в это время. Мы просто границы раздвинули поиска и подумали, почему бы не поискать. Вот, например, мы отошли от фамилии Гроссман и стали смотреть фамилию Громан, Грохман, то есть на все созвучные фамилии. То есть мы сделали привязку к Сан-Пельтину сначала, потом, когда у нас не получилось Сан-Пельтин и Гроссман, мы раздвинули рамки фамилий, мы сделали их, наверное, с десяток. Пытались опять по Сан-Пельтину работать, опять ничего не зацепилось. Потом мы подумали, что, наверное, Сан-Пельтин может быть ошибкой, потому что он может не служить Сан-Пельтину. Мы ушли от Сан-Пельтина, начали искать по всей центральной группе войск. Потом была информация, что якобы он из Твери. Мы пролопатили всю Тверь. Кстати, этим занималась лично Элеонора. Она даже ездила на кладбище, она искала. Но там ничего... Правда, никто не делал генетическую экспертизу. Чем больше я ее узнавал, и чем больше я проникался ее действительно потребностью в нахождении, в поисках и нахождении своих корней русских, тем больше уважением она начала пользоваться. И тогда я уже подумал, что такой человек не может один заниматься этой проблемой. Ему обязательно нужно помочь. Чем больше мы искали, и чем больше и меньше мы находили, пытаясь ей все-таки помочь, мы искусственно, может быть, надуманно, да, мы расширяли круг поисков. И расширяя круг, мы натолкнулись на вот этого персонажа. Я хотела спросить у вас, потому что я очень мало знаю о моем отце и о вашем дедушке. Угу. Очень мало знаю. Он умер в 92-м году, но мне уже было довольно много лет, то есть мы довольно много с ним общались. Хотя нужно сказать, что он не очень любил вспоминать ни про войну. Да. Дело в том, что
У него же потом еще была такая... Он же еще после войны отсидел в лагере. Ага. Он же был репрессирован. Он же один из тех людей, кто упомянут в книге «Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ». Извините, я не поняла. «Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ». Ага, да-да-да. Там да. Ему писали же все письма бывшие заключенные. И он там вначале приводит список всех людей, которые ему писали. И там дед среди них тоже есть. Он несколько раз упомянут. И вот там тоже, в частности, одна из фраз, что не хотел встречаться с бывшими лагерниками, не хотел вспоминать. Как-то вот но это... Это такой человек, который жил будущим. Понятно. Видимо, а не прошлым. Это очень... Да. Они были победители. Про начало войны, я помню, он еще рассказывал однажды там про то, как они в окружение попали. Где-то вот... Кажется, в 42-м году как из какого-то окружения выходили. Вот это вот один раз. Угу. Один раз как-то. Он как раз, по-моему, вот 9 мая. Про Австрию ничего не ничего. Когда я была маленькой, я все время хотела посмотреть на воду. Вот такой маленькой. Моя мама меня поднимала, и я могла дотронуться до воды. Здесь были рыбки. Раньше. Это было прекрасно. Сейчас вода приятней. Моя мама назвала меня Элеонорой, потому что рядом с нами жила семья советского офицера. Их дочку звали Лариса. И моя мама подумала, что Лариса и Элеонора – это одно и то же. И назвала меня, как считала, почти русским именем. Это, конечно, не совсем по-русски, но я довольна. Кроме того, моя мама почти сразу после окончания войны купила русскую книгу, чтобы самостоятельно учить русский язык. Она думала, что если бы все сложилось хорошо, она, конечно, знала, что с людьми из Советского Союза нельзя вступать в брак и строить отношения. Она не могла поехать туда, он не мог остаться здесь. Иначе бы он стал дезертиром. Это она знала, что он должен уйти. И все же мама думала, что при других обстоятельствах, теоретически, она так мечтала, что могла бы прожить с этим человеком всю жизнь. Так она говорила. Моей маме было 36 лет, и она знала, что ничего не выйдет. Она знала это и была очень разумна. Другие женщины воспринимали это как трагедию. «О, нет, он меня оставил», считали предательством, ушел от нее. Но они уходили не от них. Они должны были уйти. В этом была разница. И моя мама знала, что он должен уйти. Другие этого не понимали. Ну, у меня тоже вот роман был в Болгарии, так. Я там 2 года служил, и уже там невеста была такая, и ходили даже в союзную комиссию была такая, которая над всеми нашими войсками вроде бы. Но не разрешили. Меня отослали, говорит, выезжайте в Россию, чтобы духу не было. А что это? Это коньяк. Коньяк? 20-летний. Да. 20 лет. Да, Ленора, 20 лет. А? Я 20 лет этот коньяк держал, ждал, пока ты придешь, чтобы тебя угостить. За твои удачные поиски. За удачные поиски. За то, чтобы визит в Москву оказался самым удачным за все годы твоих приездов. Мы очень рады тебя здесь видеть. Образцы слюны, которые были взяты у участников экспертизы, сначала из них выделяется ДНК, из которой потом ставится амплификация, то есть это добавляются определенные реактивы, и образец помещается в прибор, который называется амплификатор. Это жидкость получается в пробирочке маленькой. Вот. И происходит увеличение количества участков, которые мы потом исследуем, в миллионы раз. После этого этот образец помещается в секвенатор прибор, вот, в котором происходит электрофорез, разгонка этих образцов по длине, результаты которого мы потом можем визуализировать уже на компьютере. Здравствуйте, Леонора. Подходите. Результат отрицательный.
Таким образом, родство в данном случае можно смело, со стопроцентной, еще раз говорю, достоверностью исключить. Это вам. Спасибо. Удачи. До свидания. Удачи. Надо искать, наверное, людей из Твери, потому что кроме рассказа мамы, у меня только есть этот атлас, очень старый, маленький. И у мамы был этот атлас, и она здесь написала «Калинин Тверь». Это она написала. Но, к сожалению, фамилию она не написала. И есть еще одна вещь, но это мне помогает в поиске. Это, как называется это? Платок. Платок. Он приносил хлеб. А нельзя провести анализ этой тряпочки? Откуда она? А вдруг эта тряпочка у него прошла вместе с ним всю войну? Она ему дорога. И вот по этой тряпочке узнать, где она была сделана, и найти город, откуда он привез эту тряпочку. Потому что, может быть, это не австрийская тряпочка, а может, он ее взял из дома, всю войну проносил с собой, и в эту тряпочку заворачивал хлеб. Конечно, это возможность, но я думаю, что человек, который воевал все эти годы, носит тряпку с собой. Ты не воевала, ты не знаешь. Наверное. Ты знаешь, как человек, уходящий на войну, оставляет связь с домом в результате какой-то материальной вещи, которую он берет из дома с собой на память. Это психология воина. Но тогда он не отдал это. Война закончилась. Война закончилась. Этот талисман спас ему жизнь. И талисман ему больше был не нужен. И он талисман отдал любимой женщине в память об их любви. Mm-hmm. Вот и все. И эта книга, ну, мама купила после войны. На этой книге она изучала русский язык. Что это такое? Дом, дама, рама, карта. Вот откуда Леонора так хорошо знает русский язык. Я много раз начинала. Потом уже во Франции я купила учебник русского языка. Ехали медведи на велосипеде, зайчики в трамвайчике, шаба на метле. Едут и смеются, пряники шуют. Это я в 2 года. Моя первая фотография. Я и моя любимая игрушка, медвежонок. Это я и мама. Это моя сестра и я. Мне 12 лет, а ей 20. Разница у нас 8,5 лет. А, это последний класс. Мы разыгрывали разные сценки, как в театре. Видно, что у меня были темные волосы. Не черные, а темные. А это моя мама с сестрой. Мама уже седая. А это мой первый бал. Бал — это типично австрийская традиция. Это мы вместе с товарищем из школы. А это зимой в Санкт-Пёльтене. Это я на снегу, много снега было. Я сижу на колени его. Но это мне надо показать. Некрасиво. Кажется, мы уже пили алкоголь. Вирджиния, ты прекрасно выглядишь. Жаль, что я не могу собрать всех своих детей сегодня. Себастьян во Франции, Серафина в Канаде. А мы с тобой будем печь блины.
А что ты знаешь по-русски? Ты еще можешь что-то сказать по-русски? Добрый день. Добрый день, ты можешь сказать. Ну, не очень много, но немножко можно. Ну, скажи мне, что нового у вас? Как дети? Они звонили тебе вчера? Да, я с обоими говорила. Артуром и Симоном. Они мне много рассказали. Поездкой довольны. Отец должен их сегодня вернуть. Вирджиния, что ты на самом деле думаешь о моих поисках и насколько для тебя важно, что твой отец, то есть дедушка, извини, был советским солдатом, русским, как у нас говорят? Я думаю, то, что ты проделала, действительно достойно восхищения. Поиски, книга, которую ты написала. Да, но это значит, что это важно мне, а для тебя, для вас, троих детей. Для меня, нам кажется, это захватывающим. Захватывающим? Может быть, мы кого-то найдем в России, кто тоже является нашей семьей? Да, это было бы, конечно, здорово. Вирджиния, я тебя очень люблю. Спасибо. Я тебя тоже. Я впервые сделала анализ ДНК в Москве в 2013 году, а потом нашли еще одного человека и опять анализ ДНК. И еще были варианты, и снова ДНК, и снова отрицательный результат. Странный случай произошел однажды. Раздался телефонный звонок. Позвонила знакомая из Берлина, что одна женщина знает женщину с Урала, и та считает, что она моя сестра. И тогда я подумала, а вдруг? Поговорила с Валентиной с Урала. Она сказала, что абсолютно уверена, у нас одинаковые носы и глаза, и ее отец точно был в Санкт-Пельтене. Она моя сестра. Она была в этом уверена. Валентина все время писала: «Элеонора, приезжайте в Березники». И я подумала, что все равно я хочу приехать в Москву. Ну и до этого полечу в Екатеринбург. И на поезде доеду до Березняков. А там мы сделаем ДНК-тест, который я заберу в Австрию. Я была целую неделю у Валентины. Вся ее семья встречала меня как сестру. Они сказали это сразу же, когда я вышла из поезда. Даже местное телевидение было. Мне вручили цветы. Валентина сказала, это моя сестра из Австрии. Мне не очень в это верилось. Ну, что делать, если тебя так тепло встречают? Мы сделали тест ДНК, и я забрала его в Австрию. И выяснилось, что нет, мы не сестры. Так было и в Нижнем Новгороде, а потом еще раз в Москве. Во многих городах России у меня появились друзья, которые могли оказаться родственниками, но не оказались. Очень хорошо. Сколько ехать? Долго. Да, еще долго. Привет. А вы переехали? Я еще не была здесь. Сейчас я поднимусь. Открыто. Здравствуйте. 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 Наконец-то нам удалось прийти. Проходите. Моя книга. Маленькая книга. И, может быть, я тогда покажу тебе папку? Да, я никогда не видела мою папку. Смотри, там у меня телеколлекция. Да,
Дети оккупации, дети войны, дети вермахта, интервью, анкеты. Дюпри! Это самая такая толстая. Толстая, вау. Особая, это твоя особая папка. Я тебе послала много. Элеоноре, она мой первый ребенок освобождения, или первый ребенок оккупации, так сказать. И с ней началась эта тема. Элеоноре писала в наш институт. Это институт обследования последствий войн имени Людвига Больцмана. Больше 20 лет тому назад. А я ответила ей. Дело в том, что мы тогда совместно с нашими с российскими коллегами провели большой научный проект «Красная армия в Австрии» 45 по 55 год. И мы очень многих разных темах думали. Но о том, что тогда родились дети, об этом я и никто у нас в институте не думал до встречи с Элеоноре. И вдруг вот эта тема стала тема до этого, особенно то, что касается детей советских отцов. Это было такое табу у нас. Были исследования американских этих детей, но не советских. И потом, по-моему, и сами дети, многие тогда еще боялись вообще говорить об этом. Но это 20 лет тому назад. Это 20 лет тому назад. Благодаря Элеоноре началась и такая сеть этих детей, у которых отцы были солдаты, которые служили в Австрии. Потому что это вопрос идентичности. То есть, по-моему, наверное, каждый человек хочет знать, откуда он или откуда она, какие корни у каждого человека. Один такой ребенок, который, конечно, очень взрослый уже, мне сказал, что у него чувство, как будто он всю свою жизнь стоит только на одной ноге. То есть одна половина в биографии, одна половина корни не хватает. Не знает, почему он так выглядит, какие таланты, какие болезни и так далее. Наверное, просто внутри в человеке такое желание знать, почему он так, как он есть. И Элеоноре, она не только ищет свои корни, но много помогала другим детям искать и найти своих родственников именно в России. Это для меня очень большое впечатление участвовать в шествии. Я в восторге. Это для меня огромное впечатление. Я очень счастлива быть здесь. И это неописуемо, что я нахожусь в стране моего отца. Это прекрасно. Меня переполняют чувства. Мое самое большое желание — найти семью моего отца. И я надеюсь, что оно исполнится, пока я живу. Других желаний у меня нет. Я твердо верю, что однажды это произойдет. И для моих детей, и внуков, чтобы они знали свои корни. Это было такое счастье для меня, особенно с сестрой.
Идти здесь в День Победы и с фотографией моего отца или с фотографией нашего отца, это нельзя описать словами. Очень много эмоций и очень много людей. И у всех людей одна мысль. Вместе идем и празднуем освобождение. Это так замечательно. Столько людей и все с одной мыслью. А фотография... Они думают о своих погибших, о своих солдатах, о... Боже мой, это отцы, деды, да и от внуков до... Да, дети все ошеломляющие. И сейчас мы стоим здесь, на Красной площади, в собор. Что я могу сказать? Это действительно правда. Если я буду продолжать говорить, я заплачу. Я не хочу сейчас плакать. Спасибо. Мне потребуется некоторое время, чтобы все это осмыслить. Сейчас у меня голова просто гудит. Этот день останется со мной на всю жизнь. На меня сильное впечатление произвели люди, то, как они до сих пор чтят своих родственников, которые так жестоко страдали в годы войны. И я тоже с гордостью сегодня носил фотографию своего отца, Федора Кошевого. Хотя, к сожалению, мне не довелось его узнать. Я нашел его через 6 лет после его смерти. Но я был на его могиле и очень горжусь тем, что благодаря ему я смог быть сегодня здесь. Я Моника Дуцлер. Я никогда не видела ничего подобного. У меня здесь есть фотография моего отца. Я нашла его через 70 лет. И с тех пор мы поддерживаем связь. Ему сейчас 94 года, а было 90. И сейчас мы регулярно общаемся. Этот марш не описываем. Я никогда не видела ничего подобного. А я много чего повидала в мире. Я здесь уже второй раз. Здесь. На празднике Победы. Я здесь, потому что все же есть небольшая надежда найти моего отца. Это мое самое большое желание. Я уже сделала много, чтобы искать моего отца. Испытала каждый путь, который был открыт для меня. Но это последний шанс. Я вижу. Тут очень все сложно искать, и, в общем, много всяких рождается версий. Одно что-то находишь, потом получается, что это не так. Нужно какое-то стечение обстоятельств или какое-то чудо, что произошло, чтобы она вышла на человека, которому именно это было. Ее отец. Ну и, конечно, учитывая такую целеустремленность, целенаправленность Элеоноры, я думаю, что должно все получиться, и она разыщет все-таки своего отца. Будем надеяться, у которого есть дети. Она встретится со своими братьями или сестрами там. Раз, два, три, четыре. Больше, я думаю, никто не придет. Моника сказала, что не знает, поедет ли кто-то на вокзал. Кроме того, ей сегодня не очень хорошо. Думаю так. Феликс тоже сказал, что ему сегодня очень плохо. У Татьяны, ты, наверное, знаешь, колено. Я им говорю, у вас же русские корни. Что вы все болеете? У вас же русская кровь. Ты пойдешь первой, Ева? Медленно. Ты кладешь туда. Я положу на самый верх. Так, эти от Моники, Моника и отец. А эти от меня и моего неизвестного отца. А теперь зажжем свечку. Этот солдат стоит здесь. Память о наших отцах и дедах. Олицетворяет всех советских солдат. Всегда, когда я иду мимо, я его приветствую. Спасибо. Теперь можно начинать.
За здоровье, за здоровье. За встречу. Вальдраут, расскажи нам о своих поисках отца. Ну, мои поиски отца очень затянулись. Я очень поздно узнала о своем русском отце. Мне было уже за 30, когда открыла эту запретную страницу. И я знаю, поэтому только имя Сергея, воинское звание капитан, больше я не знаю. Но могу сказать, есть предположение, что он из Беларуси, потому что тогда это было одно государство. Я пытаюсь найти какие-то следы в Кирхберге, и если получится, продвинуться дальше настолько, насколько успею. Посмотрим. Да, делай что-то. В моем случае тоже надежды почти нет. Но каждый раз, когда я что-то предпринимаю, у меня чувство, что как минимум я что-то сделала. Как минимум попыталась, даже если результат отрицательный. Да, если у тебя почти ничего нет. Думаю, Вера должна еще рассказать. Потому что у нее счастливая история, позитивный результат. Да, я счастливица. Потому что мой отец больше 2 лет жил с моей мамой. И мы всегда жили в отдельных квартирах. Да, это были родители, отец и мать. И она была тогда очень молодой. Думаю, даже несовершеннолетней на тот момент. Это была девочка. И им было разрешено жить вместе. А потом комендант это прекратил, запретил. И тогда отец был выслан. Потом еще на протяжении долгих месяцев приходили подарки, посылки и еще что-то. Также письма. И ты всегда знала, что это твой отец? Да, я всегда знала. Когда он что-то писал на день рождения, мама говорила, это от твоего отца. И она думала всегда, что мой отец меня искал. Потому что на одной открытке он написал свой адрес моей маме. И я эти письма нашла. Выучила чуть-чуть русский. И в 1983 году полетела с одним хорошим другом в Москву. Познакомилась там со своим отцом. И у меня есть сводная сестра, Таня. Мы потом еще 2 раза встречались. Один раз в Сочи и 1 раз в Москве. К сожалению, в 1988 году он умер. И потом я навещала свою сестру в Самаре. Была также на могиле отца. Моя сестра тоже приезжала ко мне. Сейчас моя сестра замужем в Чехии, но ее внучка живет у меня. Она учится здесь, в Вене, на бакалавра. Я здесь самая юная. Ты наша русская внучка. Мы все тут дети советских солдат, а ты уже внучка. И я очень радуюсь, что внуки тоже ищут, и все чаще. Но сегодня ты здесь единственная. У меня русский дедушка, и мне нравится язык. Это прекрасный язык. Я случайно узнала, что у меня русский дедушка. Это всегда скрывалось. И с тех пор, как я узнала, я начала искать. Но, к сожалению, я знаю только его имя, Леонид Рыкин. И то, что его часть располагалась в Эбрайхсдорфе. У меня есть одна единственная фотография с ним. Она была сделана примерно в 1946 году с моей бабушкой. Некоторые сомневались, у тебя действительно русский дедушка? Но я говорила, я это знаю точно. И сейчас я хотела бы узнать, есть ли еще кто-то в живых. Может, семья. Я не рассчитываю, конечно, что он еще жив. Но может, у него были дети и где-то есть еще родственники. И как раз в такое время, как сейчас, это для меня очень важно. Это что-то особенное. Я горда тем, что мой дедушка русский. И я хочу знать о нем больше. Он часть меня. Он треть меня. И он сражался за свободу Европы. Да. Это тоже мы должны помнить. Советские солдаты были очень храбрыми. Я хочу рассказать о своих поисках. Я не знала имени отца, но в департаменте по делам молодежи обнаружили документ, по которому меня записали когда-то в школу. В графе «отец» было его имя, записанное на слух. Александр Латинин или Ладинин или Латонин. С тех пор я живу надеждой. Если бы я вдруг узнала, кто мой отец, это было бы как Рождество, Пасха и все праздники сразу. С помощью австрийско-русской комиссии историков мы установили, что он был в Санкт-Пёльтене и заведовал продуктовым депо. Потом его обвинили в растрате, и он скрывался. Жил в домике путевого обходчика моей тети, потому что познакомился с моей мамой. Мы нашли тот домик, где они с мамой прятались. Мне об этом еще рассказывал мой кузен, сын тети. Александр Иванович Ладинин, мой отец. У меня нет его фотографии,
И фамилию я знаю не точно. А это мой сын. К нему уже два раза в Вене обращались по-русски, значит, он внешне очень похож на русского. Да, можно так сказать. Я очень рада, что у меня есть сын. У меня есть еще две дочки, но они на него не так похожи. Отец тоже был очень высокий блондин, и это проявляется также и в моем сыне. Я горжусь своим отцом и... надеюсь, что я еще найду его семью. Я узнал в 11 лет, что мой папа был русским офицером. И где-то 10 лет назад, в доме, где я родился, я случайно обнаружил две фотографии моего папы с именем Павел Фабричнов, июль 1946 года. Так там было написано. Это большая удача. Мой брат, который старше на 9 лет, его помнил и всегда о нем хорошо говорил. И моя дочь услышала о Барбаре Штельцель-Маркс в Граце. Я с ней связался и хотел показать ей фотографии. Она познакомила меня с Элеонорой. И благодаря Элеоноре я установил свое родство. Нужно уточнить, благодаря моим русским контактам, потому что я одна никого не смогла бы найти в России. Но у меня так много контактов, и они помогают. И один человек из русско-австрийской комиссии историков занялся этим вопросом и какими-то окольными путями нашел адрес твоей семьи. В любом случае, тогда выяснилось, что мой отец снова женился. У него было двое детей. Брата тогда уже не было в живых. Мой отец умер в 1971 году от рака легких, а моя сестра Лариса тогда была еще жива, но потом умерла от заболевания крови. Это было очень трагично, потому что она еще была жива. Мы с ней переписывались. И потом начался коронавирус. Он не смог поехать туда. И она умерла. Но не от коронавируса, а от другой болезни. Это действительно трагично. Потому что ты думаешь, что наконец-то нашел семью и хочешь туда поехать. Но нет рейсов. В 2020 году совсем не было рейсов. И с тех пор у меня есть контакт внучки моей сводной сестры. И она должна приехать в этом году. Она учит английский и французский, говорит немного на немецком. Посмотрим, что из этого получится. Вторая, кто нашел своего отца. Собственно, я искала с тех пор, как мне исполнилось 17. У меня ничего не получалось. И потом я увидела Элеонору по австрийскому телевидению. Она рассказывала о своих поисках отца. Я обратилась к Элеоноре. Я подумала, ну, это уж мы точно должны найти. У нее есть все. Имя, фотография. Мы должны найти. Это были действительно отношения, наполненные любовью. Моя мама рассказывала об отце с восторгом до самой смерти. И когда появлялся какой-то новый человек в деревне, она надеялась, что это он. Видела его в каждом незнакомце. Но тебе удалось добиться успеха с помощью передачи «Жди меня». Русская передача, посвященная поискам. «Жди меня». И когда мы там были у моей семьи, недалеко от Ростова, Никольская, это было действительно здорово. Как в моем детстве, в Бургенланде, где я выросла. Я себя чувствовала совершенно комфортно. Все были очень милыми. Все очень мило. И соседи тоже. Все. И больше всего меня тронуло дом, в котором жил мой отец до самой своей смерти. Он умер в 2005 году. Это было для меня самым трогательным. Он сам его построил? Да, он сам его построил и жил там до самого конца. И соседи тоже вышли, дочка Петра. Они приходили с водкой. Это было действительно... Это больше всего растрогало. Вот так. Русские действительно очень гостеприимны. Невероятно. Я выделялась, потому что была не накрашена. Ах так? Действительно? Ни одна русская женщина не выйдет на улицу не накрашенной.
У родственников Марии можно было не краситься. Это было за городом. Без косметики. И все было непринужденно и очень по-семейному. Это меня очень впечатлило. Но даже с людьми на улице мы сразу знакомились. Потому что об этом говорила вся округа. Юрген Шуберт, он уже умер. Некоторые из русских детей умерли, так и не найдя своих. Я уже не помню, через кого и как я с ним познакомилась. Сейчас уже не могу вспомнить. Но в любом случае, несколько лет назад я услышала о Юргене Шуберте. У него был друг, который помогал ему в поисках. Хороший друг. Потому что Юрген, я думаю, не мог даже пользоваться компьютером. В детстве он долго был в детском доме. Над детьми там издевались. Единственное, чему он научился в школе, это читать и писать. В школе он должен был в основном молиться, так сказать, религиозное воспитание. Это было страшное, строгое заведение. Ему нельзя было писать своей матери. Да и мать о нем совсем не заботилась. Она была замужем за немцем. Ей написали, что он погиб, а тот был в плену. Она родила ребенка от русского, а муж вернулся. У жены ребенок. Муж ее хотел убить, и она, Юргена, просто отдала, избавилась навсегда. Очень несчастный мальчик. Но ему повезло. В 18 лет он получил опекуна, который забрал его из детского дома и отправил учиться на пекаря. Юрген был так счастлив, что выбрался в мир, в жизнь, и что больше не живет в этом детском доме, как в тюрьме. Он всю жизнь был благодарен за то, что его опекун буквально спас. В 50 лет или около того он захотел узнать, что с ним произошло в детстве. И тогда он просмотрел все документы, начиная с рождения. Прочитал, что его мать просто бросила на произвол судьбы. Что отказалось от него? Это все было в документах. Как ужасно было для него все это читать. Он прочитал, как в этом детском доме наказывали детей, били, запирали в темноте. Записывали, как умственно отсталых, неполноценных. И ему невыносимо захотелось отыскать своего отца. Он прочитал, что у него русский отец. Больше мать ничего не написала в документах. Только то, что его отец был русским. Тогда он со своим другом начал выяснять, где была его мать в 1945 году. Нашли маленькую деревню, где была мать и где располагались советские солдаты. Стали перелопачивать интернет и искать сходство по фотографиям. И нашли. Это было групповое фото. Не знаю, сколько, 6 или 8 человек или больше. В любом случае, группа русских солдат. И у одного были оттопыренные уши, так же, как и у Юргена. И тогда он сразу сказал: «Это мой отец». Но имя все еще было неизвестно. Мы с ним поговорили по скайпу. Это был очень милый человек. И все время говорил, что ему повезло. И мне кажется, это было замечательно. Потому что человек, который счастлив и доволен, прожив такую тяжелую жизнь, это редкость. Наверное, он был счастлив, что нашел фотографию отца. Имя отца так и не узнал. Умер. Судьба Юргена напоминает мне судьбу моего дяди Эмиля. У мамы было 2 брата. Один Эмиль, художник, а второй погиб на Восточном фронте. Этот шкаф мой дядя Эмиль сделал сам.
И не только расписал, а также сам резал дерево. Это его работа. И потом расписал. А техника, эти линии, это особенная техника, которая называется камцук. Он ею прекрасно владел. Это типично крестьянская роспись, похожа на прочес. Вообще, он его сделал для одной женщины на заказ. Это был заказ для Юзефины Фром, 1952 год. После смерти этой женщины никто не хотел забирать этот шкаф, поэтому мы его выкупили. А здесь история этого шкафа. Он сам описал ее и подпись «Художник Нови». Три части. Здесь начало, потом продолжение, а там конец. Это книги моего дяди, которые он написал в психиатрическом госпитале фон Гукинг. Туда его поместила его жена. Она завела любовника и хотела от дяди избавиться. Спровоцировала драку и объявила дядю невменяемым. Его заперли в психушку до конца жизни. Моя мама привозила ему краски, бумагу, большие альбомы, в которых он писал. И он много писал, невероятно много. Думаю, он работал и днем, и ночью. А главный врач понял, что дядя талантливый человек, и предоставил ему отдельную палату. Представьте, мастерская художника в психиатрической больнице. Художественный фильм можно снимать. Я его два раза сама навещала. И он мог там делать то, что хотел, рисовать картины. Он много картин нарисовал. Это только некоторые из них. И писал. Позже, когда я получила эти книги, я узнала, что он писал и обо мне тоже. Сначала о своей бабушке, о своем брате, который пропал в Беларуси, а потом пару строк обо мне с моей фотографией, моя племянница Лори, сувенир русских, которые они оставили в знак своего пребывания в 1945-м моей сестре Штеффи. «Дорогая Лори, я счастлив, что ты успешно сдала вступительные экзамены. Но если быть честным, я ожидал совершенно противоположного. Это не значит, что я не верю в твои способности. Просто больше я верю в невероятную черную полосу, которая остается мне удивительно верной всю мою жизнь». Это уже после экзамена. Он поздравляет меня, но он говорит, что он не думал, что я буду успешно. И он объясняет, что это не потому, что он не верит, что я могу, но из-за его несчастья. Всегда и всегда несчастье было, сопровождало его жизнь. Птицы. Пасха. Много Пасха. Еще птицы. А это я. Не очень похоже, но это я. Это икона, это только из журнала. Моя мама вырезала. И она сказала мне, это из Тверской школы. Есть запись на обратном стороне. Это икона из художественной школы города Тверь. 14 века. Это сохранила на память, потому что мой отец должен быть из Твери. Все, что связано с Твери, я ухаживаю. Да. Ну да, здесь точно есть некоторые, которых знал мой отец. Да. Что там написано? Ты живешь в наших сердцах. А это почти вечная слава войнам, Красной Армии, павшим в боях за честь, независимость советской родины.
кистями. Правильно. Эти плюмы? Правильно. Это мой дедушка Леонид Рукин. Это мой отец Петр Томаровский. Это мой отец Павел Фабричнов. Элеонора, я показывала тебе фотографию домика. Что там было? Там прятались мой отец и мама. Я была так рада, когда это нашла. Он еще стоит, этот домик. Меня зовут Элеонора Дюпуи. Мой отец был русским солдатом, а мать австрийка. Их история началась в 1945 году в городе Санкт-Пёльтене в Нижней Австрии. Это было вскоре после окончания Второй мировой войны. Там моя мать, Штефани Нови, познакомилась с моим отцом, солдатом Красной армии. О своем отце я знаю только со слов матери. Фотографии нет, что меня очень огорчает. Потом она мне дала это изображение, которое она вырезала из журнала, так как это изображение иконы из Твери, из Тверской школы. И тот платок, в котором он принес хлеб, это единственное. И то, что я еще получила от своего отца, это любовь к России. Атом, Симон, kommt mal her. Диван, вагон, лампа, книга, карандаш. Где мама? Где картина? Ja? Один, два, три, четыре. Пять. Шесть, семь, восемь. Года, как ждал тебя синий Дунай, народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ.